В первой части нашего фильма мы рассказали об экспедиции осенью 2018 года в Гималаи, в охотничий резерват Дарпатан, про охоту на голубого барана. Охота закончилась удачным выстрелом на 420 метров и добычей великолепного старого трофея Бхарала – голубого барана. Максиму Воробьеву, который организовал, вселил в меня оптимизм. Спасибо вам большое, Максим. Спасибо вам, Виктор Николаевич. Спасибо. Честь спасибо. Быть на охоте с таким мужчиной, как вы. Спасибо большое. Вот, и, ну, надеюсь, это не последнее наше видео с добычей. История. Мы будем продолжать. У нас не оканчивается охота. На следующий день после добычи трофея рано утром мы послали шерпов, чтобы они забрали оставленное нами в горах мясо. Уже к полудню ребята вернулись тяжело груженной добычей. Ничто не осталось в горах. Все, что можно было использовать, забрали в наш лагерь. Мясо, чтобы оно не пропало, сначала разрезали на тонкие мелкие полоски, затем прокоптили над разожженным костром и развесили на веревках, чтобы оно провярилось. В таком сушеном виде его уже можно употреблять в пищу и транспортировать вниз. Монорад приготовил из мяса местный шурпо. Конечно же, с изобилием карри. Добытый трофей также прошел первичную обработку. Шкура была засолена, а рога с черепом выварены и очищены. Так подошел к концу день отдыха и приятных хлопот после добычи трофея голубого барана. Утром следующего дня вся команда снова выдвинулась в путь. Нам предстояло перейти 15 километров по горным тропам в район охоты на гималайского тара, в скалистые горы на границе Альпики и леса. Там мы опять разобьем палаточный лагерь. А после окончания охоты сразу оттуда напрямую выдвинемся обратно и вернемся в точку нашего отправления – деревеньку Дуля. Так вот мы пойдем, поднимемся на перевал, дальше уйдем налево, в район охоты на тара. Сегодня переход в район охоты на тара. С того места, где охотились на голубого барана, ну, минимум 10 км нам еще топать. Там, может быть, не придется так много лазать. На большую высоту придется, конечно, по скалу, но надеюсь, что хоть не на 4500-4700 забираться, уже все-таки пониже. Но все равно даже один вот этот переход, перепады высоты вообще невероятны. Опять, конечно, поражали шерпы. Груженные тяжеленной поклажей, они никогда не унывали и всегда находили место для шуток. Сейчас поскользнусь и бухты-барахты вниз. Не надо, парень, будь осторожен. Не упади. Как ни странно, чем ниже мы опускались, тем круче становился уклон гор. И вот мы уже увидели таров,
Гималайский тар относится к семейству полурогих. Внешне он напоминает домашнюю козу, но отличается от нее длинной густой шерстью, которая отрастает в зимний период и помогает пережить ему сильные морозы. В ледниковый период тары жили даже на территории Европы. Вид впервые описал в 1826 году британский натуралист Чарльз Гамильтон Смит. Название происходит от слова «таар», которым принято называть животное в Непале. Наткнулись на пещерных людей. Прямо живут в пещере, когда мы охотились на тара. На самом деле, это были разведчики, которых наш аутфитер Амрит заранее послал, чтобы разведать, где находятся тары. Они несколько дней жили тут в пещере и наблюдали за группой гималайских таров. И когда мы прибыли, обо всем нам доложили. Таким образом, нам не пришлось тратить время на лишние поиски. На следующий день мы сразу выдвинулись к тому месту, где наши разведчики накануне видели группу из нескольких таров. Надо сказать, что несмотря на не такую уж большую высоту, всего около 4000 метров над уровнем моря, горы здесь оказались значительно сложнее, чем на охоте на голубого барана. Склоны были очень крутые, поросшие травой и кустарником. Уклон порой доходил до невероятных 70-80 градусов. Добравшись до позиции, нам не удалось увидеть таров. За скалой напротив мы лишь увидели кружившихся над одним местом орлов и грифов. Послав туда одного из наших проводников, мы узнали, что в этом месте оказался сорвавшийся со скалы разбившийся тар. Брачный турнир закончился для него неудачно. Нам пришлось возвращаться обратно в лагерь по очень непростому, практически ответственному маршруту. В некоторых местах мы с ребятами подстраховывали друг друга. Быстрый и непринужденный бег вверх по склону сменялся вальяжной ходьбой в развалку на спусках вниз. Говорили, еще охота на тара, она легкая, говорили. Так хорошо вернуться засветло в лагерь. Несмотря на то, что сегодня без добычи, благодаря полигамной борьбе двух самцов таров, один тар толкнул другого в пропасть, и вот мы возвращаемся ни с чем. Мы видели, сами не видели, но один из наших проводников подошел к краю, увидел этого тара и кучу грифов, которые постоянно туда подлетали, мы видели этих грифов.
Мы все время улетали за сторону, где упал этот танк. В общем, сегодня не удалось. Зато затемно, засветло вернулись в лагерь. Все хорошо, все живы-здоровы. Продолжаем охотиться. Завтра еще один день. Десятый день в Гималаях. Третий день охоты на тара. Накапливается усталость. Сегодня вроде подъем небольшой, но так как прохладно очень довольно, пока солнце не взошло, и так тяжело дышится, дискомфорт и усталость за эти 10 дней добивает немножечко. Поэтому ничего, мы все сможем. Все получится. Зашли сейчас на 4000 метров. You doing that proposally or not? You doing that proposally or not? Кришна очень любит, когда я комментирую чего-нибудь, начинать смеяться или кашлять, или бра-бла-бла какое-нибудь делать. Да, специально. У него это прям шутка. Кришна – это наш маленький джокер. Он нас все время веселит здесь на охотах. Ему все нипочем. I didn't see any dream today. Да. No dream today. No dream today. Окей. В общем, настроение у нас приподнято, как всегда. Вокруг красота. И даже несмотря на то, что тяжело, все равно красота. Ушедший немного вперед Монорад показал нам, чтобы мы скрытно, почти ползком, подошли к нему. Скорее всего, он увидел таров. Решение было принято довольно быстро. Необходимо было как можно скорее, пока тары не ушли, сократить дистанцию и выйти на расстояние выстрела, что далось нам с большим трудом. В итоге мы буквально повисли на кустах на очень крутом склоне.
Мама. Мама. Взяли Тара. Взяли Тара. Просто не верится. Это будет первое кино такое. Да. И... А в банной компании. Можно будет копию в банной компании, чтобы показать? Конечно, обязательно. Да? Да, конечно. Типа на флешке или как? Да, конечно. Я там, блядь, скажу, покажу, вот от пазла. Как вы там? А то они все с мешочком-то. Да. Ну, они, скорее всего, скажут, я даже больше, чем уверен, ну, какая-то часть из них. Это надо. А еще скажут монтаж. Монтаж, да. Ну вот сегодня у нас 2 ноября 2018 года, практически крайний день, когда мы должны были добыть трофей гималайского тара. Вот в 9:15 нам удалось все-таки добыть гималайского тара, благодаря усилиям, опять же, всей команды. Мрат. Монорад. Да, Монорад, значит, Кришна. Кришна, Сарат, Сарам и все другие ребята. Вот, все как одна команда, единое целое, сработали. Маршрут был очень тяжелый. Опасный. Опасный даже маршрут, можно сказать. Очень опасно, до сих пор опасно сидеть. Ну, в общем, этот самый такой крутой был этот самый спуск сегодня с горы. Для того, чтобы добыть было его. Ну, некоторые места там вообще просто втроем друг друга поддерживали, потому что невозможно было там пройти. Ну, слава богу, все живы-здоровы остались. Да. Трофей очень хороший добыт. Говорят, сколько лет? Nine years old. Да. Good. Очень большой боец, трофей. Он тут держал целый гарем. Да. Вот, мы других пропустили. Был один помоложе тар, но мы не стали его брать. Вот. А этот, похоже, тот самый тар, которого мы в первый день, когда сюда шли, увидели издалека. Он как раз так красиво на закате на вершине стоял. Вот потом мы его нашли. Ребята молодцы. Сделали грамотный очень подход. Спасибо всем. Да. Очень спасибо, все здорово. Да, спасибо ребятам за охоту интересную и экстремальную. И спасибо Максиму Воробьеву, своей компании, за то, что он организовал такую магическое путешествие в Непал. Спасибо. Ура! Спасибо! Спасибо. Ура! Hi. Поздравляю! Thank you! Lucky! Yes. Мы подождали шерпов, которые, спустившись к нам, помогли разделать тара, погрузить и трофей, и мясо, и подняться по крутейшему склону обратно в лагерь. Возвращаемся домой.
окончанию охоты мы вернулись в деревню Дуле, в которой мы ночевали в самый первый день в Гималаях, и переночуем в последний, перед отлетом на вертолете. Охотники встретились и обменялись впечатлениями о пережитом за эти 11 дней. Историю Алексея и Кима мы узнаем в следующей части нашего фильма. Охота – это неотделимая часть эволюции человека. Если вам нравится дикая красота неисхоженных уголков природы, ставьте лайки. Я сниму вам еще фильмов про путешествия, от которых у вас развернется душа. Подписывайтесь на наш канал. Следите за настоящей трофейной охотой. Okay, down.